автор Жанат Абдакаримова, категория «Финансы». Автору блога, председателю Комитета государственных доходов Республики Казахстан Ергожину. Здравствуйте. В соответствии со статьей 101 Налогового кодекса Республики Казахстан вычеты по командировочным расходам производятся при наличии документа, подтверждающего факт оплаты проездного документа, в том числе электронного билета. В связи с широким распространением электронных способов приобретения и оплаты проездных документов у бухгалтеров возникают трудности с предъявлением требований к документам. Также в электронном билете зачастую фигурируют две стоимости билета. Одна от перевозчика, вторая с учетом комиссии агента по продаже. Разница между этими двумя суммами, как правило, не расшифровывается. При этом у сотрудника с карты снимается сумма с учетом комиссии агента. Какую сумму должно возместить предприятие? Полную стоимость с учетом комиссии или без учета комиссии? Уважаемая Жанат Тулиулиевна, в случае, если безналичный платеж произведен с использованием платежных карточек, то в целях исчисления корпоративного подоходного налога документом, подтверждающим оплату стоимости электронного билета, является торговый чек или выписка банка-эмитента, содержащая информацию об осуществленных платежах в отношении лица, направленного в служебную командировку. После возвращения из командировки работник должен предоставить бухгалтерию авансовый отчет. К авансовому отчету должны быть приложены следующие подтверждающие документы. Это копия командировочного удостоверения с отметкой кадровой службы по месту работы командируемого и принимаемой организации. Билеты на поезд к месту назначения и обратно с обязательным приложением счет фактуры, инвойса и документы, подтверждающие факт оплаты стоимости билетов, а также подтверждающие документы за найм жилого помещения, счет фактуры с наличием чека и акт выполненных работ. Каждому сотруднику полагается суточные до 6 МРП.